Будет. О, сборная рота. Крутяк. Даже интересно. А, жесть. Ладно. Круто, круто, круто. Все на ботом нафиг. Все на ботом нафиг. О, отличненько, отличненько. Давайте. Вот это мы уничтожим. Да пожалуйста. Пусть будет белый дух с полетом. Давайте. Триом. Давайте. Сюда. Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима и канал МТГ Сибирь. Сегодня мы будем играть снова в историк, будем играть с канала подписчика, моего доброго друга, который давно уже на канале, зовут его Тимерлан. Тимерлан, для тебя это видео, привет, будем играть с его же аккаунта, он меня попросил попробовать потестить и подсказать, что можно в ФКОДе поменять, либо заменить, хотел сказать сначала. Либо же ничего менять не нужно, будем делать выводы. Итак, перед нами черно-синий контроль. Давайте глянем. Две копии поиска фасканта за две маны. Чарка. В начале нашего шага поддержки мы смотрим верхнюю карточку. Можем положить ее на грейв. Затем, если у нас на грейве не менее 7 карт, мы ее флипаем, она становится землей. И будет, собственно, нам таскать спеллы стопа за 3 маны этап. 4 бессердечного деяния. Это ремувальчик. Мы либо уничтожаем целое существо, на котором нет жетонов, либо удаляем не более 3 жетонов с целевого существа. Далее 4 стирания мыслей за 2 манки. Целевой оппонент показывает свою ручку. Мы берем в нее карту, не являющуюся землей. Тот игрок сбрасывает эту карту. Слежка 1. 4 зловещие диверсии. Это контерспелл со слежкой. 2 копии обезвредить. Тоже контерспелл, которым можем циклить. 3 копии нарсет, раздвинувшие завесы. Супер бесящая карта, хоть и uncommon. Каждый раз, каждый оппонент не может брать более одной карты за ход. За минус 2 мы смотрим 4 верхних карты. Показываем не являющуюся существом или землей карту и кладем ее в руку. 4 узреть мультивселенную в качестве добора, злобное мастерство, это изгонялка, да, и кричи плансволкеров, презрение вразки, тоже изгонялка, плюс лайфгейн, ритуал сажи и вердикт теней, это масса ремувал, затем 2 копии акульева тайфуна в качестве винкона, за 6 маны, каждый раз, когда мы разыграем не являющееся существом заклинания, мы ставим фишку акула, x, где x это мана кост, и за цикл и x, за 2 маны x мы можем подциклить, и когда мы совершаем цикл, то кладем просто акулу в игру xx, где x это, собственно, x, да, и дровами дополнительно к этому карточку. Высочайшее прозрение за 6 маны, оно очень похоже на синюю команду, но, по-моему, как работает немножко хуже. Выбираем одно или несколько. Отмените целевое заклинание, отмените целевую активируемую или срабатываемую способность, верните целевой, не являющийся землей перманент в руку владельца, сдайте одну фишку, являющуюся копией целого существа под нашим контролем, либо целевой игрок берет карту. Две копии Лилианы Генерала Орды Ужаса, как же я ее обожаю. За 6 маны, 6-6, каждое сказанное существо под нашим, которым умирает, мы дроем карточку. За плюс 1 мы ставим фишку за зомбаря, за минус 4 каждый игрок жертвует 2 существа, аж 2 сразу. За минус 9 каждый оппонент выбирает по одному перманенту под его контролем, каждого типа перманента жертвуют все остальные. И одна Профессор Оникс. Вот такая вот у нас сегодня колода, 24 земли. Ставьте ваши лайки, обязательно подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Давайте попробуем ее потестить в формате рейтингового историка и посмотреть, что можно из этой колоды выжить. На самом деле я даже удивлен, что я здесь не вижу рыцарей черных, которые уничтожают. Дружище, ну ты чё? Ну ты чё? Они же тебе так нравились. Я думаю, что они бы здесь неплохо смотрелись. И атакер. Так, подождите, я вообще ту колоду смотрел. Блин, подождите. Может, я не ту колоду смотрел? Меня просили Демиров. Так, еще раз. А тут что-то столько Демиров? Ха-ха. Не сказал мне, посмотри Демиров. Тут я что-то смотрю, тут столько Демиров. Капец. Просто. Вот вон их сколько. И все не исторические. Так. Исторический. Ну вот их, да, сколько? Так. Тогда так.
Вот сейчас я их почему-то не вижу. Моноу темпо. Вот, новая колода 33. Окей. Игра. Историческая рейтинговая игра. Тут смотрю, какая-то новая колода. 7 Демиры. Мил. Слушай, ай. Диминульт. Фига себе. А почему я там этих кого-то не видел? Скажите мне, пожалуйста, где она вообще? Почему их там нету? Ладно, давайте. Ну и, соответственно, если вдруг, как мне покажется, какие-то нужны будут изменения, я их обязательно внесу в качестве своих рекомендаций. То есть я не буду прямо портить колоду, создам новую колоду и уже там буду исправлять. Мне главное понять, на мой первый взгляд кажется, что не хватает первых дропов в качестве дискарта. И не хватает немножечко какого-нибудь, может быть, по качеству не ремовал, что ли, хотя, может быть, я и придираюсь. Так. Ага. Блин, ну обе карты затапанные войдут. Это не очень хорошо. Ну ладно. Так. И Мерфлок. Окей. Я, кажется, понял, что это за колода. Ладно. А, нам сейчас ее в любом случае смелят. Ну и фиг с ней. Хорошо. Парящий вор мысли, да. Я думаю, что мы сейчас его убьем. А то он нехороший чувак. Ладно, ладно, ладно. Угу, нарсец. Так, ну давайте сразу убьем, наверное. Свидание. Ходи. В любом случае, как мне кажется, у нас контрольная колода. Мы должны парить мозги оппоненту. Я, кстати, хотел, чтобы он сейчас Луруса в руку положил. Ну ладно. Угу. О, так мы сейчас можем поиском Миасканта, да, нормально, наверное, так поживиться. Блин, нету этих, нету земли. Нету земли. Ладно, давайте поиск Миасканты. В принципе, мы можем даже и с помощью нее сейчас ее трансформировать в землю. Это будет вообще просто обалденно. Земля? Да. Это сейчас верхнюю мы на ботом уберем. Он на грейв. Лурус в руке, окей, это хорошо для нас. Давай. На кладбище однозначно. И трансформируем. Да. Отлично. Давайте тогда храм. Сейчас у нас будут опции, да? Да нафиг мне тут стырить мультивселенную? Дайте мне землю. Так, стирание мыслей, раз. В Луруса. А вторую, наверное, во что-нибудь еще сыграем. Вымогательница. Ладно. Если там ничего лучше не будет. Разрешение. Да. Что есть? Лурус утопить в озере. И смертельный толчок. Давайте Лурус. А, да на кладбище, блин, три мультивселенных, капец. И деяние. Вот и нормально, вот и ходи. А вот это он не по контре, так улит тайфун. А, ну, смертельным точком может убить. Ладно. Ладно. Ну, зато мы сможем стирание мысли, наверное, сыграть. Значит, нужна земля. Все, что нам нужно, это земля. Нет. Стирание мыслей. Поконтрить, не поконтрить, мне интересно. Если поконтрить, ну и фиг с ним. Если не поконтрить, мы уберем. Наверное, контру и уберем, кстати. Поконтрил. Окей. Далее. Почему он не ставит сказочные проходы и не жертвует их? Мне это непонятно. По-моему, чувак вообще по-любому должен как-то себе карточки в грейве, ну, чтобы лучше была вероятность прихода, не земли. Ну, как бы, кто я такой, чтобы его судить? Акули тайфун на один. Автоплата. Подровались. Угу. Хочу.
Неужели убьет? Убил. Убил. Так. Ладно. О, отлично. У нас... А, нет, нету бейсиков в игре. Ну, давайте катакомба. Давайте ход. У нас есть варианты, да? У нас есть, во-первых, контерспелл, во-вторых, акулий тайфун. Да ну тебя нафиг. Угу. Ходи. Земля? Да. Пас. Конечно, посмели мне еще одну карточку. Я тебе пока разрешаю это сделать. Угу. Мой ход. Руины. Тайфун. В качестве чары. И ходи. Угу. Да, найди. Я сейчас сменю карточку. Так. Все-таки, наверное, трем поставим. Или не надо? Я думаю, не надо. А давайте ход. Так. Каждый раз, когда вы разыгрываете. Окей. Конец хода. Так. Целевой игрок берет карту. Верните, отмените. А мы подрываемся. Угу. Такая акула 6-6 нормальная стала. Угу. Подровал, акулка. Подровались. Ой, отлично, подровались прямо. Крабу. Ой, бляха-муха, я его боялся. Ладно. Угу. Да. Угу. Нам сейчас нужен срочно ремувал, иначе мы с ним ничего не сделаем. Да? Абсолютно ничего. Может нам вот эту фигню заплатить в начале? Я думаю, что зрить мультифильмы тоже неплохо бы было. Угу. Ну, давайте узрим мультивселенную. Хочу. Ладно. Блин. Хитриум. Далее. Атака. Я на его начальной фазе. На своей начальной фазе поставлю. Все-таки, наверное, активирую Асканту. Конец хода. Земля, да, еще нам 6 помилил. Блин, нам нужно что-то делать. Вообще, ремуал-то остался, нет? Какой-нибудь. Почувствую, что весь ушел. Это, наверное, не весь, конечно. Желательно, чтобы это был точечный ремувал, потому что масс ремувал мы не переживем. У нас акулы должны пороть. Хотя, смотрите, следующий ход нам милит 6, да? Допустим, даже следующий ход нам милит 6. И подроемся. Все равно мы еще в выигрыше. Да. Ха-ха-ха. Ну давайте, ладно. Пробуем. Нужен ремувал. Я думаю, что он держит эти проходы сказочные? А он знал, что он придет краб когда-нибудь. Крутой чувак. Хм.
Главное. Так, давайте далее. Давайте атака на 10. Да? Так уже на 10. Угу. Подорвался. В принципе, даже еще раз по 2, по 6 карт, еще два раза, мы переживем, да? Конец хода. Нам главное сейчас этот ход выиграть. У нас есть контра. Самое главное, что у нас есть контра. Так. Ну, допустим, 12 карт он меня сейчас смилит. Окей, 12 карт смилишь. Земля, разрешить все. Он же не блокирует наших акул, не блокирует. Ну и все. А что еще? Да. Угу. Угу. Пас. И нифига больше. Мой ход. И все. Yes. Фу. Это было близко, ребят. Это было близко. Давайте следующую. Ну, в принципе, пока мне все нравится. Вообще, абсолютно все устраивает. Не вижу никаких проблем в колоде. Колода действительно крутая. И мощная. Так, ну что? Немножечко денежек заработали. Давайте следующую. Ну, а вы пока, друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте обязательно ваши лайки, ставьте комментарии. Также помните, что колокольчик позволит вам не пропускать новые видео, вышедшие на моем канале, а мне поможет очень сильно в развитии моего канала. Так, первый ход давайте оставим. В принципе, неплохая рука. Есть ремувал, и как бы и зреть, и блоки, и ремас ремувал. Я думаю, что тут прямо все замечательно должно случиться. Не хватает немножечко контры, но это слегка должен ремувал компенсировать. Если это вдруг агра. Начнем с замка. Замок нас абсолютно ни к чему не обязывает. Тем более, что первого дропа у нас нету. Я, кажется, понял, почему у такого нет первых дропов. Видимо, все потому, что это, как его... Ну, много очень этапных земель, прям очень много. Давайте остров. Здорово. Давайте ход. Хотя, в принципе, можно было узреть мультивселенную поставить, но я думаю, что сейчас может какая-нибудь там крича мерзкая встанет. Типа из списка покрыльев мерзочайшая карточка. Умри. Мерзотнейшая просто. Отлично, давайте храм. Что там? Нарсет. Нет. Скажем, нет, Нарсет. Давайте узреть мультивселенную пророчество. И ход. И следующий ход у нас тоже будет показательный, потому что у нас будет презрение. У нас есть вердикт, есть дровля. Ой, больно-то как. Да, юная валькирия. А зачем тебе эта боль тогда? А, чтобы связать ангел с бдительностью. Прикольно. Прикольно. Ну давайте тогда в таком случае. Стирание мыслей. Что есть? Призрак, призрак. Валькирия, да? Призрак одного уберем. А, катакомба. Да, я оставлю на топе. Далее. Конец хода, ходи. Видимо, сейчас праведная валькирия, да, войдет? Какой-то интересный ангел. Раздуман 1-1. Красота для ангелов. Сейчас в стандарте было бы прямо само то. Представляете, да? Какая жесть. Угу. Ну да. Конечно. Хотя в стеки подробуюсь. Чтобы он меня не ждал, я его не ждал. Так.
Вот это на ботом. Хотя. Ладно. Все, теперь он пусть триггерится на 4 меня ходит, да. Вот так. А пошло все нафиг. Ходим. Блин, какая злая колода, она просто злая. Я, кстати, думаю, что что-нибудь такое уже можно собрать и в стандарте. На самом-то деле. Будет даже злее. Давайте, храм. Вот регрейв. Пока нет. И ходим. Оставим для презрения враски. Немножечко. Как бы то, что он будет гений по 4 хита, контролю вообще ни холодно, ни жарко. Абсолютно. А давайте, знаете, тайфун на 3. Автопад. Вот тайфун на 3. Вот блок. Ага. Храм. Триом. Триом хороший, пусть будет триом. А, далее. Атака на 3. И конец хода. Может, я даже сейчас призрака поконтрю. Чего нет? А, он не может забрать токена. Все, 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 все. Он токена забирать не умеет. Да? Не критично. Ну что, на хит? Угу. Мой ход. Давайте тогда узреть мультивселенную. В принципе, нужен мне этот триум. Да пусть, наверное, будет. Ууу, сборная рота. Крутяк. Даже интересно. Ааа, жесть. Ладно. Круто, круто, круто. Все на ботом нафиг. Все на ботом нафиг. О, отличненько, отличненько. Давайте. Вот это мы уничтожим. Да пожалуйста. Пусть будет белый дух с полетом. Давайте. Триом. Давайте. Сюда. Давайте. Стирание мысли. Скинем. Нарсет. Вот теперь нарсет будет классный. И нет, а так ходи. Блин, без руки, у нас есть лилька. Гиада, да без проблем. Да, погеним кучу хитов. Гиада без Б, давайте. Сколько у нас земель? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Немножко не хватает, да, на все, что нам нужно. Ладно, тогда пока ход. Нет, а так. Пока ход. Пока что ход тогда пусть будет. Че, атака пойдет? Не пойдет. Давайте отменить. Вернуть. Создать фишку. Взять карту. Эту отменим. Эту вернем. Создадим фишку. Подробимся. Отлично. Дальше. Вот теперь можем ставить нарсет. Вот теперь без проблем можем ставить нарсет. Вообще просто и на изи. Вот и регрейв. Так, раз, два, три. Давайте даже растапанной. Давайте, нарсетушка. Давайте, активируем. Профессор Оникс. Ох!
Далее. Ох, атака. Все, отлично. Ну что, друзья, уже 2-0. В принципе, мне колода очень даже нравится. Прямо очень. Единственное то, что мы не сталкивались с ультра-мега-гипер-пупер-быстрыми аграми. Не знаем, как пока колода против него работает, но 4 масс-ремувала в мейне должны помогать. Вот так. Давайте, наверное, следующую. Так, ну что, третья каточка впереди. Блин, даже ничего менять не буду. Колода очень крутая. Только единственное, конечно, меня смущает какой-то, знаете, неопределенность, страх в игре с агроколодами. Так, первый ход. В принципе, что? В принципе, все у нас есть, что нам нужно. Включая триомы. Угу. Лановарец, да. А что же, мой дружочек, ты хочешь сыграть за лановарца, мне интересно. Давайте позырим. Ой, да тут прямо... Прямо все есть. Одну груулку уберем. Да, Лили, я так чувствую, мы не доживем, поэтому ее убираем. Тем более, что у нас уже есть две ультра-тяжелые карты. Да. 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 Так. Черненькая. Давайте на ход. Сейчас что-нибудь поконтрим, а потом уже будем ремувалить. Я надеюсь, что сейчас земля у нас будет. Нужна земля, тогда у нас будет и то, и то. Тогда мы сможем скинуть и Эмберклифф. Пас. Пас. Вообще обожаю грулов. Это, наверное, моя любимая колода в историке. Я в свое время и апнул очень много рейтинга. Мой ход. Ладно. Ладно. Уговорил. Трупоедная слизь. Давайте. Так. Трупоедную слизь мы уберем. На грейв, не на грейв. Да, на грейв, наверное. А вот этого мы уничтожим. Блин, вот эти, конечно, карты меня сейчас очень сильно смущают. Нам просто сейчас, чтобы жить хорошо, нужно дровать по две карты, сразу подровать две земли. Земля, мана, коллекционер. Обалдеть. Обалдеть, какие вот человека топ-деки. Да, на 4. Вот это чувство мы уже не затащим. Обалдеть. Конечно, две такие карты на руке надо было не кипать. Вот-вот-вот о чем была и речь с ультрабыстрыми агро. Ну ладно. Если нам еще что-нибудь такое попадется, я считаю, что нам тут просто, блин, с рукой не повезло на самом-то деле. Я, наверное, как-то, наверное, больше бы... Там минус, допустим, там 1-2 контерспелла. Плюс 1-2 ремувала. Вот так бы попробовал. Так. Поинт играет через джигант. Окей. Поинт ходит первым. Давайте попробуем, наверное.
А что там в джиганты играть? Я вообще просто не знаю в историке, чем играют. Поэтому для меня каждая колода сюрприз. Ага. Вот, она стала сильнее. Фига себе. Она прямо стала очень сильной. Она 3-3 сейчас будет. Классная. Почему она такая в историке классная, а в стандарте такая стрёмная? Да. Ага. Угу. Давайте хочу. Райские сканты. И ход. Нас так убить вообще могут? Запросто. Очень быстро. Причем. Угу. Я думаю, что следующий ход, если сейчас не станет какая-нибудь крича, арканист. То мы, в принципе, наверное, сможем. Резкая молния. Вообще просто красота. Да. Уэр визарды. А чё бы нет? А чё бы нет, собственно. Давайте-то храм. Еще один храм. Нет. А далее. Конец хода. Земля. Where wizard, да? А, я не в того сыграл, да? Был в арканиста играть. Да, нас убили. Блин, не хватает мне ремувала. Против быстрых колод все-таки. Все-таки не хватает мне чуть ремувала против быстрых колод. Слишком медленно. Так, колода. Идем обратно. Мои колоды. Вот такое чувство, где они все. Которые я там видел. Так, ладно. Идем, копируем. Димир, контроль, точно. И может быть даже стоит добавить негейт, просто тупо негейт какой-нибудь, хотя не факт, что он нужен будет, да? Так, минус, сразу же. Профессор Оникс. В принципе, блин, такой... Нафиг. Шучу лолд. Так, слово мастерство, ремувал. Ага. Минус. Видите, какой-нибудь ремувала. Да, уничтожьте. Уничтожьте. Ага. Уничтожьте. Что
Что-нибудь, знаете, чтобы что-нибудь быстренькое. Типа вон смертельного толчка прямо. Или жажды. Жажда, она, видите, она не инстантная. Можно даже изничтожить положить. Или вот повернуть в прах. В принципе. Как дополнительная опция. Так. Так, так, так. Я бы еще что-нибудь одно такое вот добавил. На самом-то деле. Или смертоносный санец. Вот она в свое время была просто бомбой. Можешь попробовать смертоносную всадницу. Что, давайте попробуем. Две копии. И один пинок. Толчок. Вот так попробуем. Блин, всадница в свое время была просто была жутко клевой. Жутко крутой. Далее. Игра. Иди, мир, контроль выберем. И попробуем теперь им. С увеличенным количеством ремовала. Причем всадница, она же и против... Ну, как сказать, против контроля может играть как крича, агро-крича. Причем она же, по-моему, зашафливается в деку, да, когда умирает. Там вообще с ней все классно в этом плане происходит. Вот. Ладно, друзья, подписывайтесь на канал в любом случае, ставьте ваши лайки, ставьте комментарии, давайте попробуем понять, конечно, что ходит первым. У нас очень много, просто катастрофически много растапнутых земель. Но, что мы, как будто что-то боялись хоть раз в жизни. Давайте, храм. Попробуем. Кипнем. Земля. Слизька, о, слизька хорошая, цель для толчка. Давайте еще храм. Нет, наверное. Потому что у нас один уже есть на руке, нам этого хватит. И ходи. Так, тут замок. Ну, пас. Ну, пас. Пас. Воу. Что за жесть? Ладно. Поиски. И триум. И ходи. Блин, много затапанных земель. Слишком много затапанных земель. Сейчас надо будет это менять. Прямо надо менять эту ерунду. Ты что это такое? Ладно, коллекционер шкур. На 5, да. На 5 получили. Землю давай. Да что ж ты будешь делать-то? Ладно, ходи. Ну, не знаю, начинаем сейчас по-любому всадницу играть. Иначе нам будет просто плохо. Пас, да, он говорит? Иначе нам будет просто отвратительно плохо. Угу. Да. Угу. Давай мне землю, а. Блин, заколебал. Уже не знаю, что делать. Спасибо. Ходи. Ладно. Ну тут, ребята, тут проблема была с землями. Тут не в ремовали, уже не в контре. Хотя, блин, я уже думаю, что может быть все-таки... Надо, наверное, играть 25 земель.
и убирать одну контру нафиг. Одну контру убирать, блядь, 25 земель. Если первые два матча были такие более, ну как не сказать, тяжелые колоды, то против быстрых агр вообще мы ничего не сделаем. Вообще. Давайте-ка, наверное, все-таки положим 25-ю землю. Да? Я же трогал... А, я трогал уже контру. Просто у меня сейчас так пришло. Дофига ее. Так. Ладно. Это раз. Во-вторых, слишком много. Слишком много. Чпеньк. Чпеньк. Так, земель. Земель, земель, земель. Надо земель. Надо земель. Что это у нас тут? Черненькое что есть? Замки. Токенума. А пусть будет. Осенней нету, да? К сожалению. Так, ладно. А оживающих земель тоже нету, да? Ладно. Ну, давайте тогда... Да, чё? Просто прибавим немножечко островов. Так. Пару болот. Ну, и, наверное, всё-таки там, допустим... Плюс одна катакомба. И давайте... Плюс один вот регрейв. Готово. Попробуем теперь так. Потому что, действительно... А затапанных земель прямо слишком много. И ты вот хочешь сыграть эту контрспел, но ты не можешь нифига сыграть, потому что, блин, вот так вот. Давайте. Все. Сейчас должно все быть круто. Я на это очень надеюсь. А, да. Давайте трем. Ходим. Давайте. Нет. Не стирание, поиски асканты всего лишь. И ход. Тут у нас башня Рафины. Похоже на Эспер, да? Но может быть это тоже двусетка какая-нибудь. Может быть, это всего лишь какой-то пранк. Так, а почему у нас ничего нету в колоде, чтобы нам... Что могло бы нам помочь? Давайте попробуем стирание. Так... Поставщика. Пока нет. Вообще, с этим матчем, почему мне так тихо, кстати, стало? Понять не могу. Где музыка? Непонятно. Так, а что он сбросил? А еще пока ничего не сбросил. А что это такое? Ну ладно. Так, вот эти мастер-стены, в принципе, наверное, давайте оставим. Здесь земля. И ход. Что они там есть? Шрапнель, вурм. А что он сбросил снова? А, Джинджи Таксиса и Шелдерет. Неплохо. Неплохо, весьма. Прям набор огромный. Всякий разный крич. Ага. Да. Конечно. Видимо, сейчас он ищет реаниматор. Ну, ищи, ищи. Так. Давайте я все это из этого возьму. Мне все понравилось. На кладбище.
Уже 5 карт там, да? Давайте тропа на синюю. Давайте вот так. Что есть? Так, а что он в качестве стоимости? Существует Пенсволкер, да? Паргелион. Ё-моё. Давайте обряд скинем, чтобы он второй раз его не сыграл. Триомчик, да? А, на кладбище. И Хади. Чего бы он там хотел потаргетить? Вот этого? Да нет, наверное. Окей. Да-да, я возьму себе. Давайте трансформируем. В принципе, нормально. Давайте вот регрейв. Заплатим. И далее. И конец хода. Земля. Ярное исправление, конечно. Блин, надо что-нибудь, чтобы работал с грейвом. Ну, видите, это такая опция. Оно бы против других колод предыдущих не пригодилось бы нифига. Так. Раз, два. Так. Три. Так. Три. Давайте. Ну, в принципе. Так, еще раз. Мне нужно его почитать. Каждый раз, когда мы разыграем заклинание артефакта волшебства, каждый раз, когда оппонент разыгрывает заклинание артефакта волшебства или мгновенное заклинание, отметьте, то заклинание потом срабатывает только не раз в каждом ходу. Хорошо. Получилось у него. Каждый игрок жертвует два существа. Жертвует два существа. Угу. Это в суспенд. И ходи. Земля. Такая аппетитная еда. С хвостиком. Как-то делался звук, я не знаю, что происходит. Ладно. И что? И ты подорвался, и тут же все сбросил, да? Шикарно. А, еще и получил один от три хита. Окей. Окей, окей, окей. И черная. И ходи. Земля. Ну, ты там все скрайся, конечно. А я буду так играть. О, акули тайфун. О, узреть мультивселенную. На ботом. Нормально. Разрешение. Почему звук-то пропал, я понять не могу. Или что он у меня не у меня на компе пропал. А просто где-то пропал. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ладно, черт с ним. Давайте. Ничего больше не сыграем, но ход. Но очень интересно. Ха, Джинджи так со своим ходом. Ах, молодец. Окей. Пас. Мой ход. Так. Давайте. Презрение вратски сюда. Отконтрился. Вот окенчик-то мы сделали. Презрение вратски сюда. До свидания, Джинджи Таксис. И далее. Конец хода.
Бэйби. Ладно. Пас. Ха-ха-ха-ха. Ладно. Аргелион пошел в атаку. Пас. Ладно. Убить. Сделали токена. Так, не слушайте, мне прямо это... Как мне проверить, есть ли музыка? Почему нет музыки-то? Надеюсь, что на видео все будет нормально слышно. Давайте сюда блок. Нет пробивного удара. Нету. Давайте сюда блок. Два блока. Угу. Угу. Ручки. Замок. Давайте. Вердикт теней. Слушайте, ну один был этот прогелион. Вроде же один, да? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Далее. Ага. Ну ладно. Так. Теперь нужно подумать. Тика нет схода. Прозрение. Отмените, верните, создайте, возьмите. Так. Это мы вернем. Это мы скопируем. Это мы подровываем. Токенчика 6-6 положим. Как ты такое? Почему нет, блин, музыки? Я не могу этого понять. Раз, раз. Так. Окей, все получилось. Пас. Пас. Давайте позырим, что есть. Деяние. Да ты хоть можешь хоть что делать. Вот правда. Вообще меня не колышет. Что там, спишь, не спишь. Нарсет. Активировать. Все. Ладненько, друзья. Вот такая колода. В принципе, очень крутой Димир контроль. Прям рекомендую. Если хотите попортить нервы оппоненту, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. Я, конечно же, с вами не прощаюсь. Скоро увидимся. С вами был Дима, МТГ Сибирь. Всем удачи, пока и хороших топ-деков.